Всем, всем, всем привет, ребята! Вы на канале Пиксель, с вами, как всегда, Андрей, и сегодня, ребята, я буду рисовать Стива в 3D из Майнкрафта, ребят, это невероятно. Это, ребята, кстати, мой самый первый объемный 3D рисунок, в стиле пиксель арт, вот таких вот клеточка. Давайте, ребята, приступим. Я, ребята, беру черный фломастер и сразу же отступаю 10 клеточек в правую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. Теперь, ребята, 9 клеточек вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И с этой стороны так же самое. 9 клеточек вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, да, кстати, ребята, совсем, совсем забыл. Этот рисунок занимает 27 клеточек по горизонтали и аж 30 клеточек по вертикали. Да, вот так вот. И продолжаем. Тут, ребята, это все вместе соединяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот так вот. Вот такой вот получается четырехугольничек. Теперь, ребята, вот отсюда ставим тут одну клеточку, тут поставим вторую клеточку, и на ней сразу же пойдет 6 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот таким вот образом. Тут, ребята, я поставлю одну клеточку. Вот тут вот сбоку прям. И на низ пойдет вот таких вот от этой клеточки 5 клеточек. Раз, два, три, четыре, 5. Вот такие вот 5 клеточек. И на низ, раз, два, три. Вот так вот. С этой стороны тоже тут раз, два, две клеточки. И наверх пойдет сразу же 4 клетки. Раз, два, три, четыре. Вот так вот. Да? Теперь тут, ребята, я поставлю одну клеточку. И тут поставлю еще одну клеточку. Вот так вот. И это все, ребята, я закрашиваю. Если вы вдруг, ребята, не успеваете, вот сейчас вот нажмите на паузу и перерисуйте. И продолжайте рисовать вместе со мной. Вот так вот, ребята. Теперь вот от этой вот клеточки вот отсюда вот, вот этой вот именно. Ставлю две клеточки раз-два и в бок раз-два. Вот таким вот образом. И, ребята, на низ пойдет сразу же 7 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот так вот. Теперь, ребята, тут поставлю одну клеточку и на низ пойдет отсюда сразу же 7 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот так вот. Отсюда, ребята, пойдет раз, два, три, три вот такие вот клеточек и тут раз и два вот так вот. Теперь ребята, тут поставлю раз, два, три, вот такие вот три клеточки поедут и вот тут вот еще ребята поставлю еще две, раз, два, вот таким вот образом, ребят, теперь с этой стороны вот отсюда ставлю сразу же семь клеточек на низ, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Эту часть соединяю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, вот таким вот образом. Тут ребята поставлю две клеточки вот так вот и в на низ только вот лесенка пойдет 4 клеточки. Раз, два, три, четыре. Вот так вот. С этой, ребята, стороны так же самое. Раз, два, три, четыре. Вот так вот. И, ребята, это все я закрашиваю. Вот так вот, ребят. Теперь пойдет вот от этой клеточки, вот именно вот от этой, от этой клеточки пойдет сразу же 5 клеточек на низ. Раз, два, три, четыре, пять. Вот таким вот образом. В бок пойдет раз, два, три, четыре, четыре клеточки на низ. Раз, два, три, четыре. И тут раз, два, три. Вот так вот все соединяем. Вот от этой клеточки, ребят, пойдет раз, два, три. Вот такие вот три клеточки наверх. Тут, ребята, я поставлю одну еще дополнительную вот тут вот клеточку поставлю. И от нее отсюда вот пойдет раз. 2, 3, 4, 5, 5 клеточек в правую сторону. И тут, ребята, поставлю одну вот такую вот клеточку. Затем тут поставлю одну клеточку и поставлю вот тут вот одну клеточку. И на низ пойдет 4 клеточки. Раз, два, три, четыре. Вот так вот. Отсюда, ребята, пойдет вот одна, вторая, третья, четвертая и пятая. Вот такие вот 5 клеточек, в общем. И теперь, ребята, отсюда сразу же пойдет... 5 клеточек наверх. Раз, два, три, четыре, пять. Вот таким вот образом. Так вот. Теперь, тут поставлю одну клеточку, тут поставлю вторую клеточку. На низ тут пойдет раз, два, две клеточки. И с этой стороны тоже самое, раз, два, две клеточки. И отсюда пойдет раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. И тут раз, два, две клеточки. Вот так вот получается идет. Ребята, если вы вдруг за мной не успеваете, то пожалуйста, нажимайте паузу, рисуйте. А потом опять нажимайте на play и продолжайте вместе со мной рисовать и смотреть. Так, ребята, в общем... Теперь продолжаем отсюда. Тут две клеточки. Тут поставлю одну вот такую вот клеточку. Получается, тут поставлю одну, вторую и тут еще одну клеточку. Вот так вот. Теперь, ребята, вот отсюда выпадет раз, два, две клеточки вот такие вот на низ. Раз, два, тоже две клеточки. Тут поставлю одну клеточку и в бок сразу же пойдет четыре клеточки. Раз, два, три, четыре. Вот такие вот четыре клеточки. И от этой клеточки, вот отсюда, поставлю раз и два. Вот так вот. И все это, ребята, я закрашиваю. Опять же, ребята, повторюсь: если не успеваете, то нажимайте на паузу, а потом продолжайте рисовать вместе со мной. И у меня уж, ребята, получается вот такой вот как бы набросок, такая вот водочка. Теперь, ребята, я беру коричневый фломастер, отступаю сюда две клеточки и тут ставлю э, раз, два, раз, два и еще такие две клеточки. Вот так вот. И это, ребята, я закрашиваю. Я возьму светло-коричневый фломастер. У кого, ребята, нету светло-коричневого фломастера, можно брать оранжевый фломастер. И ставлю такие вот две клеточки. Вот так вот и тоже закрашиваю. Теперь, ребята, я беру синий фломастер и тут поставлю прям вот тут вот. Ставлю одну такую синюю клеточку и с этой стороны тоже одну синюю клеточку. И тоже это все вот так вот закрашиваю. Так. И так. Есть. Вот таким вот образом. Теперь, ребята, я беру еще раз коричневый фломастер и примерно вот тут вот ставлю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В общем, вот эти вот, ребята, вот эти вот клеточки я полностью закрашиваю коричневым вот таким вот цветом. Это есть часть. Теперь, ребята, вот отсюда. Поставлю тут одну клеточку. И на низ пойдет сразу же вот отсюда. Раз, два, три, четыре. Вот такие вот четыре клеточки. И это, ребята, я вот так вот закрашиваю все. Теперь, ребята, я беру бежевый фломастер. У кого, ребята, нет бежевого фломастера, просто берите обычный желтый или тоже оранжевый фломастер. В общем, я беру его и вот тут вот легко так вот обвожу вот эту вот белую клеточку, чтобы сюда не зайти. И с этой стороны также самую белую клеточку обвожу. И, ребята, закрашиваю голову. Полностью закрашиваю голову. Не заходя вот на эти вот клеточки белые. Вот так вот. Теперь, ребята, вот тут отсюда вот тут вот тоже вот тут вот все закрашу тут и вот эту вот тоже часть вот такую вот. Это всю часть я вот так вот всю хорошенечко вот так вот закрашиваю. Вот это, ребята, клеточки тут ставлю раз, два, три и тут вот наверх раз, два. Вот это вот в общем часть я закрашиваю. Теперь, ребята, вот тут вот грудь закрасим. Тут уступают две клеточки, тут ставлю раз, два, три. 4 И тут такие вот две клеточки. Тоже их, ребята, я закрашиваю. Так, 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 так. Закрашиваю. Есть. Теперь, ребята, переходим на ноги. На ногах совсем-совсем просто. Вот тут вот, где вот тут вот две клеточки, вот тут поставлю раз, два, три, четыре есть. Тут поставлю раз, два. Тоже вот так вот есть. И с этой стороны тут одну клеточку. И тут одну клеточку. Вот это вот, ребята, в общем, часть. Вот эти вот из двух клеточек тут закрашиваю вот Так вот. И вот эту вот часть тоже закрашу. Вот эту часть я не трогаю ноги. С этой стороны. Теперь, ребята, я беру серый фломастер и закрашу вот эту вот часть. Вот так вот, ребят. Теперь мне остается взять всего лишь два цвета. Это будет голубой цвет и синий фломастер. Голубой цвет, ребята, и синий фломастер. Вот эту вот часть беру. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть клеточек. Можно взять даже семь. И вот эту вот часть, вот так вот. Вот эту вот полностью всю часть я закрашиваю. И вот эту вот тоже одну клеточку тоже закрашу. Так. И весь низ уже полностью закрашиваю. Также, ребята, я вот эти вот глаза, думаю, заправлю тоже полностью синим, а то у меня какие-то они голубые сильно получились, я их полностью вот так вот закрашу синим цветом. Вот так вот, ребята, гораздо, гораздо лучше. Теперь, ребята, беру голубой цвет и уже закрашу вот эту вот всю ему маечку его. Вот так вот, ребята, посмотрите, какой замечательный, классный у меня получается Стив из Майнкрафта в 3D стиле. Вот такой вот он, ребята, объемный, вот такой вот большой и очень при очень классно выглядит. Да, ребята, рисовали мы его очень долго и при этом он очень тяжелый, как. Но, ребята, все-таки мы справились с этим заданием. Он у нас, ребята, получился очень при очень классный. Если вам, ребята, понравилось это видео, то ставьте, конечно же, ваши лайки и подписывайтесь на канал. Также, ребята, не забывайте писать, чтобы вы хотели, чтобы я вам еще нарисовал, и я постараюсь это обязательно нарисовать. А на этом, ребята, сегодня все. Всем пока, всем до скорой встречи, всем, ребята, пока.